Отправляемся на стадион «Авангард». И сегодня здесь седьмой тур «Мелбет» первенства России по футболу среди команд первой лиги. В Подмосковье московский «Велес» принимает краснодарскую «Кубань». Повторюсь, я думаю, что Киртанов подаст. Хотя нет, посмотрите, разыграли и подает именно как раз-таки Бацуев. И вот, пожалуйста, 21-й сейф Юрия Нестеренко. В очень непростой ситуации, да, кажется, что мяч прямо в него летел. Пытается развернуться, и мяч сохранил Киртанов при этом в этой ситуации. Здесь нарушение, подставился. Логуа 1-0! Иракли Логуа! Пушечка-то какая от него сейчас! А вот и голы у нас в этом матче. Повязочка-то помогает ему тоже, да, на голове, похоже. Отбор в центре поля от Виллиса, и все, вот теперь широкая контратака. Саркисян. Саркисян под левый, удар в дальний угол, 2-0, Саркисян, браво! Браво, Геворг Саркисян! Великолепное исполнение, великолепная пауза, дриблинг, обыгрыш, и еще и в дальний угол мяч послал, ну и первый гол в сезоне. Подать в штрафную. Вот момент. И забивать надо. 2-1. На ровном месте. Так, здесь сейчас могут быть желтые. Не было ли положение вне игры. Сейчас самое важное это понять. Вне игры не было. Мяч засчитан. 2-1. Играем дальше. Игра продолжается. Баранов здорово сыграл. Да, здесь полметра, наверное, да, не дошел чуть-чуть. Павел Баранов низом. 3-1. Павел Баранов. Что сегодня при стандартах-то происходит у Кубани? Второй штрафной и второй гол, как мне кажется, вратарский. В угол, где Юрий Нестеренко должен был находиться. 3-1. Итоговый счет. Арбитр сразу после удара Павла Баранова точного дает финальный свисток. Велес празднует вторую победу первой лиги.